Когда мне было 8 лет, я пошла смотреть балет. Мы пошли с подругой Любой. Мы в театре сняли шубу, сняли теплые платки. Нам в театре в раздевалке дали в руки номерки. Наконец-то я в балете, я забыла все на свете. Даже 3 помножить на 3 я сейчас бы не могла. Наконец-то я в театре. Как я этого ждала? Я сейчас увижу фею в белом шарфе и венке. Я сижу, дыша не смею, номерок держу в руке. Вдруг оркестр глянул в трубы. Ту-ту-ту-ту. Мы с моей подругой Любой даже вздрогнули с трубка. Вдруг вижу, нету номерка. Фея кружится по сцене. Я на сцену не гляжу. Я вжарила колени, номерка не нахожу. Может, он под стулом где-то. Мне теперь не до балета. Все сильней играют трубы. Пляшут гости на балу, а мы с моей подругой Любой ищем номер на полу. Угадай.